Мам, я волнуюсь. У тебя все получится, талантливый человек, талантлив во всем. С детства развиваюсь всесторонне, занимаюсь вокалом, спортом, благотворительностью, пишу стихи и песни. Рисую, фотографирую, играю на некоторых инструментах, увлекаюсь верховой ездой. Став старше, некоторые увлечения перешли в основные занятия. Так, на сегодняшний день я открываю мир музыки детям, работаю фотографом и получаю специальный журналиста в Башкирском государственном университете. Моя история в моих руках, и это лишь начало.